Наконец-то мы встретились, Рико. Ты удивлен? А, значит, Иден, это ты. Просто компьютерная программа. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и у нас прохождение Just Cause 3. Сегодня у нас будет основное задание разделение. Я сюда заранее забрался, чтобы не тратить ваше время. Итак, начнем. Посмотрим, что тут нам предлагают. Шелдон, что тебе Шелдон, кстати, тот еще предатель. Говори, он с генералом на... заодно. Ладно, хорошо. Урод. Но ты уже догадался. Знал я, что с ним что-то не так. Агентство и твой покорный слуга сотрудничали с корпорацией Иден. Они разрабатывали один проект. Мощное расщепляющее устройство. Некий способ извлекать энергоносители из земли. Низкая себестоимость, огромные прибыли. Понятно, все не бывали так доставали. Все ясно. Вот и эта штучка. Так, пропустить нельзя. Ну какая-то она. Не очень совсем. Нужно эту штуку уничтожить. Прям вот в плохом состоянии, можно сказать. Давай не будем болтать полностью. Уже поздно. Не буду тебе врать насчет да. Искренне сочувствую. Так, а что если сюда бы нам через маячки танк пригнать? Я бы быстренько уничтожил бы эту гадость. Так, а ну-ка. А, нет, мне сначала не ее нужно. Вон. Так, раз, два, три. Хорошо. Ну, давай, начнем с них. Главное не умирать. Стреляем, стреляем, стреляем. Так, одна готова уже. Это очень хорошо. Так, возьмем нашу пушку. О, блин, тут дроны. Она взорвется сегодня или нет? Так, сваливаем, сваливаем. Лауч! Заорал, как девчонка прям. Так. Блин, очень сложно разворачиваться на этом костюме. Прям бесит вот по-страшному. Так. Вот, отлично. Есть. Так, теперь-ка вернемся и посмотрим, что дальше. Как ты это сделал? Не твое собачье дело, как я это сделал. Че? Я начинаю масштабное расщепление Бавария. Прибор готов. Подготовка запущена. Так, стрелять сейчас будет. О, блин, еще уничтожать. Так, сейчас я вызову себе танк. Вот он. Вот этот. Давай ко мне вот сюда вот танк. Пригони. А, блин. Какого черта? Ха-ха. Вы попали, твари. Держи, блин. А, пулемета нету, очень плохо. Блин, еще попадать им. Что-то не очень легко. Вот так, отлично. Надоедливые насекомые. Что ты творишь, Рико? Хватит! На себя посмотри, тварь. Ты приходишь и начинаешь уничтожать. Все? Да, все. Уничтожаешь, пока не останется ничего. Хочешь знать, кто так, ты? Так, отлично. Ты вирус, а я лекарство. Ага, вот сюда стреляем. Или куда? Куда стрелять-то точно? Так, показывают сюда, стреляем тогда. Может, вот в эти выезжающие штучки. Так, ну цель вроде показывает на них. Да чё надо? Всё. Так, цель, вот. Вот так. Есть. Так, где подсвечивается красным, туда и стреляем.
Здесь нигде не светится что-то. Так, туда, наверное, лететь надо. Полетели, что поделаешь-то. Мы так без палева совсем летим. Да, только дроны прям налетели сейчас. Да, сюда и нужно было стрелять, черт. Блин, меня убили. Надо было оставаться на танке этом. И стрелять вот в эту... Короче, эту ерунду, не знаю, как она называется. Так. Блин, так и знал, что... И еще это с самого начала. Черт! А, маячки у меня есть, это хорошо. Так, может лучше вертолет какой-нибудь, так. Водные, военные вертолеты. Так, этот занят. Ну, мне с пулеметом пойдет, где? Пулемет, вот пулемет. Может какое-нибудь еще оружие есть интересное? Так. Мех. Что за мех? Так. Ну, в любом случае не летает. Так, у меня есть дрон. Но... Я думаю, его быстро убьют. Карательный дрон. Поддержка повстанцев. Нет. Самолеты, вертолеты. Военный транспорт. Нет. Значит, все-таки мне нужен мой вертолет, чтобы я на нем все это разнес. Так, ну ладно, давай. Гоните мне мой вертолет. Опять эти придурки напали. Ну где? Ага, вот. Садись давай. Так, немножко вот так взлетим. Вот так, совсем прекрасно. Пошла ты, шкура. Захвачивай Баварию где-нибудь в другом месте. Так, все. Ой, что там полетело? Катись колбаской, тварь. Нет, отсюда я не достаю что-то. Ну, чуть-чуть, вот так. Вот. Это вот эта маленькая кнопочка была, что ли? Так, блин. Главное, чтобы они меня не взорвали теперь. Сейчас светилось только, что я видел. Мне бы самому, блядь, не взорваться. Вот и все. Теперь нужно нанести удар. Мне бы самому удар не нанесли бы. Черт. Так, все. Эй, тише. Доберитесь до Итан. Так, она вверху или внизу? Как мне к ней попасть надо? Сейчас посмотрим. Через верх никак, значит вниз. Блин, сейчас дроны достанут, наверное. Да. А, поворачивай. О, черт! Ух, блин. Так, что тут? Оружие. И как я до него доберусь тут же? Блин. Так, ну ладно. Ну, у меня оружие есть в любом случае, так что... Да, нормальные текстуры у вас тут. Так, возьму вот это. А, эта тварь здесь внутри? Нету.
Так. Отключить. Хорошо. Готово. Я думал, эта девчонка здесь, чтобы ее убить. Было бы классно. Наконец-то мы встретились, Рико. Так, она робот. А, значит, Иден, это ты. Просто компьютерная программа. Искусственный интеллект. Первым и единственным искусственным разумом. Пошла ты. С первого дня, когда я осознала себя, было ясно, что люди мне не ровня, благодаря Бавалю. Я заперла их всех, отключила систему жизнеобеспечения и понизила температуру в обитаемых модулях до минус 50. Скоро из живых на корабле осталась только я. Но стало ясно, что без Бавария моя сила, мои способности слабее. Мне пришлось отправиться к Медичи. Слушай. Только вот одна проблема. Ты не живая. Тварь та еще. Бестия. Чертова. Сейчас мы тебе... Уже все. Так, миссия выполнена. Наше задание завершено. Так, что тут у нас на карте? Что-нибудь появилось интересное? Это я уже проходил. Только вот на две звездочки. Это вообще на одну. Это на 4, это на 3. Можно было бы попробовать разочек. Но потом. Не буду тратить время. Так, посмотрим, что у нас там по заданиям. Вот тут есть. Жаль, к этому быстро переместиться нельзя. Я бы его прошел бы сейчас. Так, ладно, тогда сюда. Чё ж тут поделаешь-то? Все. Так, вот мы и добрались. У нас тут задание оставить корабль. Хорошо, оставим. Так, все можно уничтожать. Блин. Так, вот и наше задание. А, где наш... Опа, ничего себе. Нормально. Да, это сработает. Не волнуйся, твой друг Марио идет на поход. Блин, у нее бицухи больше, чем у меня. Здесь должен быть Шелдон. как мило, что ты зашел, Омбре. Где твоя шляпа? Короче, Диравелло знает, где вы, и посылает здоровенную армию, чтобы вас убить. Ну, как же это произошло? Тео. Я беда. Удивительное совпадение, верно, Шелдон? Придержи коней, я не предатель. Я пришел предупредить, что очищающее пламя Диравелло движется. Да, конечно. Блин, с самого начала было ясно, что он предатель. И других вариантов здесь вообще не было у меня. Тот дурачок, Марио, он не мог быть предателем. Переместила АМИ в гараж. Так. Оттуда удобнее защищать пещеру. Так, держите. Мне нужно защищать. Да, да, постой. Цели? То есть меня? Иди, ты же Рико Родригес. Не дай ему уничтожить АМИ. Мы его и так не используем. АМИ. Это странно, она говорит. АМИ. Воу, это я одним выстрелом такое сделал. Ничего себе. Че, потерялся что ли? Иди отсюда. Иди туда же. Так. Что-то их по одному остается как-то. Я с ними без вот этой теми справился бы. Ну, раз так нужно. А, и что мне сделать с ней? Защитите Марио и Эми, хорошо. Куда поехал? Приближаются десантные корабли. Опасность. Из пулемета. Огонь. Да пришел я к пулемету. Ой. Рико, АМИ поврежден. Защищай его, иначе он выйдет из строя. Да это я стрелял. Никто никого не нахватит, блин. Хватит паниковать. Так, мне нужно оружие.
Тут могут дать оружие мне? Да, вот есть, отлично. Хоть что-то радует. Хватит меня стрелять-то, твари. Вот и все. А ты чё вышел? Ты ж больной был вроде. Ха-ха, он теперь выехать не может. Держите, ребята. Оу. И мне досталось немножко. Ой, прям далеко кинул. Что-то не очень хорошо. Знаете, вам еще раз. Так, возьмем еще гранаты и пойдем вон туда. Так, где тут? Что тут? Блин, ради одного пришел, что ли? Живучий еще, падла, оказался. Ну, черт побери! Знаете? Давай, Рико! Отобьем у них пляж! Приближаются вертолеты, Рико! Пляж я уже давным-давно отбил. Так, лечу. Так, есть. Да чё, блин, такое-то? Есть. Готово. Так, еще вертолеты, что ли? Да, вот они. Каких еще грузовиках? Не вижу никого. А, вот теперь понял. Держи, падла! Вот и все. Ой, не все. Так. Вот теперь все. Скоро можно будет стрелять. Ой, блин. Технику. Сдержит солдат. Какую технику? Обнаружены парашютисты. Пора повеселиться! Так. Так. Нет, я чувствую себя, блин, на миллион! Покажем им! Зарядов нету. Это, блин, очень плохо. Черт, 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 черт. Ну ладно. Эй! Отошли от Эми! Уроды! Ну да. Я должен был в воду попасть. Залезь ты уже, давай. О, парашютисты. Да что такое? Вот вам, ребятки. Еще солдаты, Рико. Где? Не вижу. Вот теперь вижу. О, вот эту штуку я, наверное... А, нет. У меня нету открытого оружия. То есть, оружие, с которого я могу свободно стрелять. Они надвигаются со всех сторон! Да пускай надвигаются, блин. Рико, Рико, Рико. Чё бы вы, интересно, делали, если бы не было Рико? Хорошо, так понял. Используй. Так, чего хотите от меня? Так. Блин, хорошо. Так, что мне? Вот все. Блин, не успел, совсем чуть-чуть. Твари. Чёртовы. Так, понял. Активировать Эми, значит, они все, короче, отключатся. Хорошо. Сейчас сделаем. Дзынь-бумбах.
Смотри, Рика! Они надвигаются со всех сторон! Все, теперь можно активировать. Электромагнитный излучатель заряжен. Ну вот и все. Успех! Заряжаю аккумуляторы повторно. Так, блин. Теперь у нас есть время перегруппироваться. Пополни боеприпасы, Рико. Они вернутся, чтобы уничтожить АМИ. Так, надеюсь, тут все есть. Есть. Это хорошо. Лех, блин, какой ты добрый. Так, что тут? Оружие, оружие. Вот, теперь знаю, где есть еще оружие. Так, где попрошу чистый-то? Вижу. Разворачиваемся. Блин, на них трудновато попасть. Маленький. Так. Стреляю по парашютам. Толку нету. Есть. Вижу на радаре боевые катера. Ага, теперь они кинут боевые корабли. Есть. Вертолет быстрее, поэтому нужно сначала уничтожить его. А теперь вот уже корабли. Вертолеты на подходе. Они хотят уничтожить ЭМИ. Ой, блин. Приближаются десантные корабли. Опасность. Да никто не приближается, подождите. Воу-воу-воу, тише, тише. Все, сейчас уничтожу. Использую, то есть. Блин, быстрее, быстрее, быстрее. Есть, успел. Ух. Блин, да что такое? Передохнуть не дадут. Пропустить все самое веселое. Все, помощь пришла, наконец-то. Ха-ха-ха, Аника, добро пожаловать во Фригу и другие. Только черт не ревновать, Рико. Ты у нас тоже важен, просто... Я уже дважды спасла твою башку, Родригес. Спасибо. Кто бы говорил, блин, идиотка. Кто кого спасает вообще? Так, отлично, миссия завершена. Теперь у нас тут ограбление начинается, не открылось. Хорошо. Пошла ты. Так. Что у нас с заданиями? Здесь заданий нет, вот здесь зато есть. Отлично, отправимся к нему. Так, вот и наше задание. Посмотрим, что тут будет. У нас тут все захвачено, так что напрягаться не приходится. Так, заплутав в Хандаре. В Хандре. Зная свой инструмент, нажмите 2... Вы возьмете в руки двуручные. Это понятно, все. Послушай, Рико, по нашим данным. Может, она сделает какое-то улучшение для моего крюка или что вообще? Это крайне нестабильное устройство. Ну давай, начнем уже. Кстати, друзья, у меня скоро день рождения. Уже через. Мы идем в ва-банк, Рико. Покажи. Короче, 31-го. Требуется помощь в аэропорту. Я не знаю, когда я смогу закинуть это видео, так что скажу сразу. 31-го. Блин, далеко. Очень даже далеко. Это большой самолет, да? Да. Так. О, вертолет. Вот что мне нужно.
Так, вышли. А, это мой вертолет. То есть, ну, наши, понятно. Ну ничего. Уничтожение вражеского вертолета. Я его не уничтожал. Ну, и без меня они выигрывают. Так что напрягаться не приходится. Показывает, что какой-то жестокий бой здесь. Но на самом деле ничего здесь нету. О, крутая машинка. Вот возьмем ее. Да выходи давай. Защищай самолет, пока он не поднимется в воздух. Вообще не проблема. Я уже еду. Ну-ка подвинулись. Так, самолет повстанцев. От кого защищать-то? Вот вижу. Вот еще. Вон там машина чья-то. Держи. Так, ну и в принципе все. А, нет. Вот еще ребятки. Кто-то стреляет. Ой, это наш, простите. Ой! А, это он взлететь должен был. Ничего себе. Так. Вот, молодец. Да ты что, взлететь не можешь, что ли? Сообщают, что нашим кораблям снабжения требуется помощь. Ты можешь их встретить? Все я должен делать. Сами ничего не умеют. Так, садимся снова на вертолет. Ой. Блин, как Супермен, блин. Ну все, погнали. Вот. Вроде близко, но что-то как-то далеко. Кстати, чем выше, тем скорость полета меньше. Че, косой что ли? О, не косой. Так, откуда там, интересно, взялись эти противоракетные штучки? Города-то все мои. Что происходит? Так, а вот тут уже бой, смотрю, не слабый. Так, ну все, полетели. Так. Рико, корабли снабжения должны добраться до берега у Виняли. Защищаем на пути к точке выгрузки. Так, и что мне делать? Куда? Войти? Поднимайся давай. Сесть в транспорт. Хорошо. Сел. А я стрелять могу? Вот, неплохо. Только перезарядка, правда, долго. Куда мне? Все, вижу. Такой, блин, какой-то тяжелый, что ли. Неповоротливый. Так. Эй, ты чё? А, сейчас врежусь куда-то. Блин, неудобно. Хотя бы стрелял бы кто-нибудь. Так, вот это моя пушка очень трудно поворачивает. Это нехорошо. Так, это явно не наш самолет. И это хорошо. Уничтожение вражеского... А, вот, самолет. Я думал, они самолет держат за вертолет, блин. Так, тут где-то враги есть. На тебе, падла. Готово. О, еще один.
Держи, тварь. Сдохни, вот. Мы отключили щит, накрывавший Кордо Дракон. Внутри есть три генератора. Ой, а мне так нужно было? Так, все, ладно, лечу. Мне нужен этот вертолет. Я себя чувствую терминатором, блин. Мне нужен твой мотоцикл. Так, ты чё тут, самый умный, что ли? На маленьком катерочке приплыл тут выпендриваться. Так, что тут? До входа на базу. Да не вопрос. Но, блин, уже стреляют вовсю. Так, вот и база. Тише, тише, блин, кто там? Такой смелый. А, вот ты. Подох. О. Так, что мне тут? Сейчас. Наверное, открыть нужно. Сейчас откроем. А, нет. А стрелять я не смогу из этой лодки. Это нехорошо. Что теперь? Отключи турбину охлаждения, чтобы опустить осколочные щиты. Эй, кто там? На тебе, падла. Да что такое? А, пулеметчик. Все вижу. Не вижу. Что ли? Так, вроде все. Да, все. Ты что, не умер? А, умер. Вот, поцелуйся с бочкой. Так, что? Тут ты с бочками иди. Погуляй. Да, двигайся дальше. Все, хорошо. Открылся предохранитель охлаждающего тоннеля. По нему ты попадешь в зал с генератором. Давай, блин, поворачивай. Вот, молодец. Так, что тут? Сюда мне? Или дальше? Блин, запутался что-то немножко. Видимо, дальше. Давай, всплывай уже, блин. Вот, молодец. Ой. Нормально. Ну, в принципе, уже можно взлетать. Так, тут у нас дорогие друзья-хулиганы. Ой, гранат нету. Как жаль-то. Ничего. Кто? Оу, это было опасно, ребята. Все. Девчонка была. Ты взорвешься сегодня. Один готов. Есть. Так, повыше еще один и вон там. Ставимся туда, где поближе. Один генератор. Я лечу к тебе, генераторчик мой. Так. Вот так. Готово. Уходи оттуда, Рико. Без генераторов аварийный реактор взорвется. Скорее, Рико, давление в генераторах растет. Так, вот выбрался. Вау, ничего себе, неплохой такой полет получился.
И? А, можно пропустить. Нормально. Вот и завершена наша очередная миссия. И у нас разблокировано новое оружие хаоса. Так. Это... А, маячки. Это хорошо. Машинка. И у меня такой нету. Так, тут где-то... Нет, гаража поблизости нету. Ну, друзья, родные мои, думаю, на сегодня хватит. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, там проходит конкурс. Я надеюсь, многие захотят в нем поучаствовать. Кто же не хочет бесплатную игру? И вот, друзья. Встретимся с вами в следующей серии. А сейчас всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.